сверху было. Поэтому потолок всплыл. Mm. И стены тоже всплыли. И от дома практически ничего не осталось. Простенков нету. Все висит. Если не боитесь, не проходите. А мы здесь в дерьме в этом ковыряемся уже неделю. Пытаемся хоть что-то спасти. Хоть что-нибудь. Дали нам какой-то телефон. Все равно оно грязью забито и тонуло, но надежда есть, главное. Вот там бойлер валяется, еще мы не вытащили. И это, я говорю, кабина душевая. Вот там вытягиваем. А вот вчера вытянул стиральную машину и холодильник. Вчера, только вчера. А до чего мы грязь не моем? Через грязь невозможно было пробовать. Двери даже не открыли. Вот тут велосипед у меня стоял, вот тот красивый, большой, я бывший велогонщик. Только эти военные зашли, все время к машине мои липли. Залезли ночью, раскурочили машину, не смогли завести, там ворота внизу заболчили. И украли велосипед. Ну это вот, считайте, вода была, 3 дня набиралась, а 5 дней сходила в среднем. И вот это вот сколько прошло уже, ну за 2-3 недели, вот это оно за неделю уже начало вот цвести и гнить. Потому что сырость, плея, оно что-то стояло в воде, потом еще стояла по щиколотку вода, то оно. А быстро вода ушла? Ну дней за 5, наверное, ну здесь, там еще дальше есть районы, там еще вода стоит до сих пор. А вы туда не заходите, да? Да разве еще нема времени разгреститься. Ты вот вода была, блин. Вот это ж уровень был тут воды, блин. Вон до точки. Вот отсюда. 3 метра. Это на удивление приятно. Так бы сколько люди выгортают это всего. Хоть бы газ дали, то свет. Немашь ни газа, ни света. Люди уже ремонтируют. Ремонтируют. Ну там вот уже половина, наверное, ГОПРа уже газ есть. Свет, наверное, там, где сухо был, там еще остался. А так, конечно. Ну, баллоны там такое. Батарейки, генераторы. Такое. Держимся. 42. Это для титула. Дома я. Дома. Все упадало. Мебель, кухня, все, переворот свет. Бачите, то, что с глины, все наскрест. Полностью. Мебель, конечно, вся в утиле. Да, вон, новая кухня, только год. И все, блин, раскисло, все, блин. Вон, все плавало, как на гамбе. Такие камени. Ну вот жена швея была, да, наверное? Да, да. Чего здесь, но... Ну я имею в виду. Да, швея. Да то такое поуспевали спасать, то, что могли на крышу, ну, на горище повысаживали такую-то технику. А такое тяжелое, конечно же, не высадишь такие, как стиралки такие. Ну да, ну все ж. Все же утили. Каждый вечер дождь. То, конечно, не очень. Успели на горище, подняли такую мелкую бутылку. Я говорю, да, сейчас самое главное, Максим, чтобы не выжить.
А тепер заходьте після наводнення. Дивіться, що робиться. Все розгромлено. Тут все простінки попадали, потолки. В общем, дивіться все. Все лежить. Тут і ето. Все. Був повністю відпав там і оце отут. А це вибило взагалі було чисте небо. Помощі ніякої, да? А ми ж помощі не знаємо, то ж власті. Диван там ще один, короче. А тут була стіна, так? Да. Це була стіна. А, це одна фотографія, да, правильно. Це ще братній роботи, ось він. Ще в армії не був. Сохранилася. Бачите, тут кухня в мене. Ідіть, ці. Відкривала, воно порозпухало, кажу, може. Може ж те саме, ось бачите, подвалювалося. Кухні нема як. Тут ось. Баня це таке, воно видно позамокало, вже не буде працювати. Жесик. Что ты там у вас был еще паспорт? Один или два? Один. А можно и второй еще? Можете спокойно идти до дома. А сколько их приходит? В 11 часов. Спасибо. А вы получали? Вы получали за июнь. Ладно, вылезай, чтобы я сам. Собакин.